Может, эсминец оказался там случайно? Может быть, у патефона они закрепили иглу? Но вообще чертовщина. А может быть, все это как-то связано? Мисс Пейдж утверждает, что была в контрольной рубке. Это так. А парень тот? Кингсли. Ты знаешь имя? Где он был в это время? Я не знаю точно. Может быть, он вышел. Вышел? Или выскользнул? Полную версию смотрите бесплатно на megogo.net.